Добро пожаловать в игрушку под названием Ghost Hunter Corp. С вами канал Алекс Плей, и мы продолжаем играть. Мы сейчас находимся во Франции, поместье пианиста. Это старинный особняк, построенный в 1860 году. И тут обитают призраки. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Я, кстати, научился держать предметы в двух руках. Нужно либо на R нажать, либо на колесико мыши. Вот. Ну что ж, заходим, ребят. Всем приятного просмотра, надеюсь на лайки и комментарии. Ой, меня сейчас по-любому съедят. Я, конечно, буду стараться. У меня есть кое-какая тактика. Тактика, в принципе, простая. Просто сматываемся, если услышим какие-нибудь шумы. Ой-ой-ой, да ты шутишь. У меня фонарик потух только что. Давай свет включим. 4. Но он же сразу не нападет, правильно? Не, закрываем. Закрывай! Я видел его! Кто это был? Минута прошла! Минута, меня уже убили! Не, все, носим святую воду сразу. Это был ревенант, ребята. Ревенант. Ему нравится тишина, не нравятся шумы. А как я шумел? Ну, возможно, датчик EMF у меня шумел. Только из-за этого... Ревенанту не нравятся шумы. Я, по сути-то, не шумел. Возможно, да, у меня ЭДС, потому что пищал. Может быть, надо было выключить. И четверочка была. Первая попытка и сразу смерть. Вторая попытка. На этот раз я взял святую воду. На всякий случай. Причем у меня тактика-то была нормальная, ребятки. Правильная. Как только мы что-то услышим, мы убегаем. Мы не убежали. Надо было убегать. Сейчас здесь нету, да? В трассу он здесь обитал, я так понимаю. Начнем искать улики. Еще надо определить, самое сложное, определить призрака. Ой, пятерочка. Блин, еще немножко неудобно так. Давай, знаете что, смотрите. Да блин, боже мой. Это не ревенант, давайте уже будем как-то... Дверь открыл. Он эту дверь открыл. Это не ревенант, потому что мы шумим, он не появляется. По-моему, пятерка, да, была? Кто-то дышит. Слышите? Где-то здесь, да. Пятерка. Он здесь. А что такое? Не то выкинул, боже мой, не то. Так, выкидывай. Так, ладно, это не ревенант, можно включить. Блин, включи, пожалуйста. Включаем. Еще выкинем. Че вот это такое? Я могу взять это, нет? Где? Я предмет взял, и она напала на меня. Подожди, это знаешь кто? Кто не любит, чтобы мы предметы брали с собой? Сейчас попробуем угадать. Полтергейст, да? Любит играть с предметами, не нравится, когда манипулируют предметами. Полтергейст, да? Ребята, новая категория ребенок. Чего? Пятая категория, нам плюс 8 дали. Я вообще не знал. Давай посмотрим. Вот, видите, пятая категория. А раньше у нас был полтергейст, потом призрак, тень... Ну, призрак или тень. Ну вот, давайте заново. Полтергейст, тень, ревенант, демон. И ребенок. Children. Ребенок, ребятки, новая категория призраков появилась. Давайте почитаем про них. Категория детей. Незавершенная работа. Приходите поиграть с нами. Эту категорию существ легко идентифицировать по их детскому внешнему виду. Он образован из души ребенка, который сбежал из подвешенного состояния после того, как чудовищным и таинственным образом лишился жизни. Офигеть! Как? Подожди, ну просто если я должен услышать какой-то детский смех. Был детский смех, да? Но это когда она нападала на нас. Причем она напала как-то странно, как будто бы сверху откуда-то. До этого я вообще не ожидал, ребятки, у нас новая категория. Боже мой, я играю третий день, но я вчера пропустил, хотел снять контент, извините, немножко голова болела, вчера я отдыхал.
Вот, сегодня захожу, было обновление небольшое. Нам да уже добавили пятую категорию, это очень круто. Офигеть, как мы будем справляться теперь, я не знаю. Но тут уже команда нужна, ребятки, компания хорошая. Сейчас мы находимся в Бельгии, Форт Самаэля. Ну что ж, попробуем. Мы тут были один раз всего лишь. Мне кажется, тут меня быстро убьют, но я взял святую воду на всякий случай. Насчет освещения, я не знаю, как оно здесь будет выглядеть. Тут же лампочек, ничего такого нету. А, ну вот, видимо, да? Она как... Да, она включает. Подожди. А как она включается? А, вот, все, я понял. Да, мы можем включать. Только я ставить не знаю как, боже мой. Она сейчас упадет. Ну какого черта? Как ее вращать-то? Ладно, пускай так лежит. Я не знал, как перевернуть. Что-то еще открылось, по-моему. Уже пятая категория, боже мой. Я не знал, как мы изгонять будем. Это только при альфа. Возможно, еще будет больше. Но разработчики явно намерены много сделать категорий. Теперь дети. Призраки дети. Офигеть. Боже, я же могу с ними общаться? А тут свет есть. Боже мой. Картина-то какая, смотрите, шикарная. Боже мой. Ящик я могу открыть? Нет? Ящик нет. Чего? Где-то здесь? Может, их как-то по внешнему виду можно узнавать? Как будто он перемещается, ходит. Форт мы, правда, прям не изучили. Боже мой! Я же кинул! Я кинул в него! Да не... Да нереально убежать! Я не понимаю, как убежать. Будет ли какая-то возможность убегать от них? Просто если ты его нашел, все, он нападает и съедает тебя. И ты просто ничего не успеваешь делать. У нас уровень потихонечку-потихонечку растет. Капец. Не, ребят, нужен какой-то поменьше дом. Мне кажется, вот такие большие локации лучше с компанией ходить. И чтобы у кого-то было какое-то оружие. Святая вода не подействовала. Вы видели, да? Я кинул, она сквозь него прошла. Может быть, пушка? Может быть, кто-то должен с пушкой ходить? Типа, отстреливаться. Я не знаю, как разработчики это сделают, но пока что вы сами видите, очень быстро нас убивают. Очень. Мы вообще ничего не успеваем. Мы приходим, попадаемся к призраку, и нас сразу убивают. Я считаю, что это, наверное, недочет, что ли. Ну, а как ты в одного будешь играть? То есть нужна реально компания. Может быть, я что-то не понимаю, напишите в комментариях. Ну, пока что, блин, это сложно. Ты быстро будешь умирать. Вот. Должна быть какая-то возможность сбежать. Наверное, может быть, двери закрывать. Будем дальше изучать. Это был демон, ребятки. Примерно запоминайте их поведение, чтобы можно было как-то узнать. Ну, демон, по сути, он что делает? Он ищет подходящий момент, чтобы напасть. Ну, по сути, я был один, я был далеко от выхода, поэтому он и напал, видимо, да? Как-то так. Надо еще изучать, анализировать их. Давайте попробуем теперь взять, наверное, фонарик. Я не знаю, температуру, градусник и соль. Может быть, соль их как-то отпугнет? Мы же можем соль бросать. По идее, соль отпугивает их. Ну, не знаю, так подействует или нет? Или это глупая затея? По-моему, ребят, это глупая очень затея. Так, ладно, может, улику какую-нибудь найдем? Нам надо опыта побольше заработать, чтобы первый уровень был. Чтобы могли больше всяких вещей таскать. 17, по-моему, это уже хорошая такая активность, неплохая. А, это температура. Так, вот мы наверху, тут... Я упал. Тут виды шикарные. Виды шикарные, горы, смотрите. Обалдеть, а там город. Ноль, температура ноль. Можно сразу отметить, сразу будем отмечать. Так, температура... Температура ноль. Была только что, да? Я хочу уже быстрее первый уровень. Бежим, бежим. Причем как-то странно, наверху была нулевая. Именно ноль. То есть, если 0 градусов у вас показывает термометр, то, скорее всего, где-то здесь призрак.
Странный призрак, который поддерживает температуру на уровне 0 градусов. Очень странные призраки, конечно. Как они так умудряются поддерживать температуру 0 градусов? Не знаю, может быть, это где-то прописано про это. Типа, если у вас термометр на нуле, то это значит где-то дух рядом. Мы вот тут не изучили, давайте уже наверх поднимемся. Я хочу форт просто хотя бы изучить. Свеча не зажигает? По-моему, кто-то ходил. Мы же можем общаться с ним. Слушай, стул упал, что ли? Do you want to talk to us? Ну-ка, давай, Spirit Lights the Light. Блин, мне страшно. Spirit Give us a sign. Наверное, тут нету рядом. Spirit Give us a sign. Spirit Give us a sign. Какая-то комнатка здесь. Так. Ну-ка. Can you open a door? Его тут нету. Hi, I'm a friend. I come in peace. Can you come here? Он сейчас точно придет сюда. Can you come here? Боже мой, смотри! Люстра! Шатается люстра! Офигеть! Прикольно. Can you hear me? Так. Can you hear me? Или can you hear me? Ты меня слышишь? Can you hear me? Can you come here? Сейчас реально придет сюда. Это он? Или это я? Он... А! Тут закрыт. Вон он! Я кинул! Я кинул! Бежим! Нет, он убивает. Все-таки он пришел сюда. Это слишком большая локация, ребят. Блин, ну понятное дело, я буду умирать. Я тут нифига не найду. 92 у нас уже. Плохая затея. Короче, форт я один больше не ногой. Либо в маленьком доме нужно изучать. Ну, хотя бы в особняке. Ладно, хотя бы в особняке еще можно. Ну, форт, блин, большая локация. Мне кажется, одному очень сложно. Ну, его нафиг. Пойдемте на маленькую карту. Пока их три карты у нас. Призрак, кстати, был полтергейст. Он любит играть с предметами, но не любит, когда ты играешь с предметами. А вначале, помните, когда я взял предмет, он сразу прям напал. Сразу. Здесь, наверное, он долго не нападал, потому что я, в принципе, ничего не трогал. Если бы я начинал трогать его предметы, возможно, он бы разозлился. Ему бы это не понравилось. Одна улика только из четырех. А в некоторых местах только четыре улики, да, найти? Вот здесь было четыре улики. Сейчас мы в маленьком домике находимся. Тут должно быть проще. Давайте сразу... Блин, надо комнату уже определить. Давайте возьмем камеру, да, камеру. И вот. Отлично. Как только сигнал у нас будет, пятерка или там четверка, мы камеру поставим там и свалим. Тут проще убегать. Тут реально проще убегать. Сейчас нравится то, что у меня теперь в одной руке может быть фонарик. Удобно очень. Вот призраков, конечно, сложно определять. Я не знаю, как их правильно определять. То есть, чтобы их определить, надо чтобы он показался. Ой, если будет на втором этаже, вот тогда будет сложно. Подожди, а велик... Велика не было. Так. Так. А, получается, давай выкинем. Все, у нас пятерка есть. Пятерка есть. Можно прям здесь поставить. Так.
Ну почему-то в основном пятерка попадает, выпадает. Мне надо в другую, да, руку поставить фонарик. Давай пока так, что ли, кинем. И свет, наверное, выключить надо. Жалко, одна камера. Мне бы камеры две поставить было бы. Вообще три можно камеры ставить. И будет удобно наблюдать. Так. Где она? Ну, ничего не видно, никаких призрачных огоньков не видно. Ой, смотри! Ой, камера начинает дрожать, боже мой! Что она делает с ней? А что она сделала? Она дверь открыла. Она дверь, по-моему, открыла эту. Она камеру мне испортила. Просто позеленела. Так. Одно есть. Так. Где она? Так, это фотоаппарат. А вот, надо включить. Надо сигнал найти. А, она свет включила. Вот почему. Она свет включила. Бак! Бак с этим! Я не могу выйти! Я не могу пройти вот эту свою камеру. Нельзя через нее пройти. То есть аккуратнее будьте. Она свет включила. Это не тень, да? Она дверь может закрывать! Она дверь закрыла. И свет включает. Она дверь закрыла! Я серьезно говорю, я выйти не могу! Как я выйду? Она дверь закрыла! А, сука! Что мне делать? Она дверь закрыла, мать его. Так. Открыла. Так, может попросим? Can you open a door? Can you open a door? Скелет какой-то, сука, скелет! Мать его, скелет! Такого не было, скелет какой-то! Нет, нет! Кто это? Какая-то тень непонятная. Я такого не видел. Новая моделька призрака, по-моему, появилась. Это был демон. Капец, ребятки, демон меня в ловушку загнал. Он закрыл дверь, и я не мог выйти. Я его попросил, чтобы он открыл дверь, но он не стал этого делать. Ой, зато мы... Сколько? 21 получили, да, нормально. Скоро будет первый уровень. Я хочу до первого уровня дойти. Там у нас появится возможность новых предметов. Ребят, это пока что пре-альфа, вот я показываю, это пре-альфа, и поэтому много всяких багов, недочетов. Разработчики, возможно, видят данный видеоролик, хоть он на русском, может быть, у них какой-то, ну, там, включат переводчик, чтобы примерно понимать, что я говорю. Вот, но пока что главная проблема в том, что они реально очень сильные, они сразу нападают, ты не можешь от них сбежать, не можешь отбиться. Есть ли какая тактика, как отбиваться? Я паниковал немножечко. Но я закрывал дверь, он все равно меня догнал. Да, у тебя есть рывок. Нужно экономить рывок, это первое. Второе, нужна какая-то защита, реально. Одному сложно, потому что, блин, ну я святую воду, можешь все-таки пробовать святую воду брать. Может, на некоторых он действует, святая вода, а на некоторых не действует. Это еще надо посмотреть. Ну, в тот раз я играл, в прошлый раз, помните, я бросал святую воду, она действовала. Я думаю, она, может быть, действительно на некоторых действует, на некоторых нет. Пушечка хорошо, пушка помогает, но она только вот, если берешь пушку, то у тебя только пушка будет в руках. Блин, ну одну улику только мы с вами обнаружили, блин. Ну пойдемте дальше. Вообще, мне кажется, идеально быстро найти улики, это брать АМФ и градусник, термометр. Просто включаем свет и ищем улики. И все, так вы быстро найдете и больше заработаете. Чисто для фарма. Блин, а где здесь включается? Тут не везде включается. А, вот.
по-моему, здесь был какой-то, да, сигнал? Как будто он проходил вот тут недавно. Вот, троечка. Четыре. Четыре, 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 четыре. Ну все, это четверка, ребят. Первый раз. Обычно пятерка. И минус. Четыре и минус, да? Так, все. Четыре минус. Две улики есть. Четверка и минус. Минусовая. Так, отдых небольшой. Так, значит, 3-4. И минусовая. Две улики есть. Нам нужен сканер по-любому. Запись, давайте, в блокноте. И сканер. А зачем нам призрачная аура? Я не понял, куда ее вписывать. Фотоаппарат, конечно, крутой очень. С помощью него можно увидеть. Мы с помощью него вообще призрака можем увидеть. Пока что вот так кинем. А где он? Можете зафотать, если что, его. То есть он видит то, что мы можем глазом не увидеть. Так, can you write in the book? Can you write in the book? Что-то я боюсь. Но мы увидим, если что, его. Где он? Да ну нет! Уйди отсюда! Ну уйди отсюда! Да он сразу убивает! Он сразу... Как, ребят? Я не понимаю. Но в прошлый раз я долго держался. Может, разработчики что-то подкрутили, они еще сильнее стали? Подожди, так у меня новый левел. У меня новый левел. У меня 110, да, получается? Давай посмотрим. Да, мне первый левел, наконец-таки, вверху, слева можно посмотреть. 456 баксов. 13 получили долларов. А, это ревенант, ребятки, был. Очень странно. Так, а подожди, ревенанту нравится тишина, не нравится, блин, шум. Ну какого черта? Короче, как мне определять призраков? Я вот не понимаю. Типа, если у меня будет все шуметь, я могу понять, что это ревенант. Но ему это не понравится, он разозлится и нападет на меня. То есть я определю, что это ревенант, ну, ценой своей жертвы. Только так. Если ты играть будешь вчетвером, я могу зайти в дом, пошуметь... На меня нападет, я быстро выкрикну ребятам, что это ревенант, он не любит шумы. И все, ценой жертвы только так получается. Либо кто-то должен с тобой ходить, чтобы там святую воду бросить. Либо с пушкой кто-то должен ходить. Вот. Я думаю, будет проще играть хотя бы вдвоем. Один ходит с пушкой, отгоняет призраков, а другой уже ищет улики. Либо как-то быстро надо прям убегать. Но это очень сложно. Вот эта камера очень крутая. Вот. Ну, видимо, очень дорогая. Пока у меня такой нету. Идем дальше. Купить, ребят, я тут по-прежнему пока ничего не могу. Ничего не доступно. А, подожди, или доступно? А как купить, допустим, что-то новое? Пока нельзя, да? Пока нельзя нового ничего купить. Вот, единственное, тут я посмотрел. Тут есть профиль, тут есть персонажи, которых можно выбирать, да? Прикольно. Тут есть девушки, вот парни сверху. Причем можешь какую-то расцветку им делать. Так, интересно. Так, с магазина. А, мне еще просили вот здесь. Мне сказали, что что-то открывается. Да, ребят, тут открывается, все правильно. Тут душевая, тут можно спрятаться. Подожди, а как закрывается она? А, вот закрывается. Тут можно спрятаться, отсидеться, если что. В душевой. В туалете, прикольно. Мне вот рассказали, что тут можно отсидеться. Да, помните, когда девочка зашла? Вот если она будет выламывать дверь, мы можем здесь спрятаться, отсидеться. Вот это прям хорошая фишка. Только я представляю, если мы будем вчетвером. Мы что тут, мы вчетвером вообще поместимся здесь? Если он будет ломиться сюда. Ну да, видимо, сделали специальный туалет, чтобы можно было здесь спрятаться. Не знаю, она выломает это или нет, может быть нет. Так, ладно, времени уже много прошло. Давай также фонарик возьмем. Сразу две улики хотя бы мы определим. Так. Все. Прям аккуратно, аккуратно сейчас будем. Ну, улики находить быстро, на самом деле. Улики быстро. По-моему, здесь. Сука!
Так, давайте думать. А, это тень, это по-любому тень. В прошлый раз, помните, тоже такая же ситуация была. Минус, минус, я видел минус. Была минусовая. 4. Пятерки нет, по-моему, 4. Минусовая и 4, да? Так, давай сразу выкинем. Все, тут можно посмотреть, если что. Ну все, минус мы узнали, выкидываем тоже, но не нужна она нам. Короче, все, делаем ставку на тень. Я думаю, что это тень, потому что в прошлый раз так же было. Так, смотри, идем в призраков. У нас что получается? 3-4, да, ЭМП и минусовая. Так, не ревенант, не демон. Вот ребенок на новый, Children. Тень не любит свет, то есть нужно как можно больше света, может быть даже вот эту вспышку взять. А, подожди, это не вспышка. Это не вспышка, а где у меня... А мне сейчас не дали, да, вспышку? Блин. Печально. Да, блокнот возьмем, что ли, хотя бы. Все, мы выбрали, что... Я думаю, это тень, ребят. Так. Надо, чтобы он написал в блокноте что-нибудь. Can you write in the book? Can you write in the book? Ну его нафиг. Так, пускай там пока пиликает. Может, попозже напишет. Надо сразу туда все перетащить. А, может быть, рация нужна. По рации говорить. Я забыл про рацию. Can you write in the book? Can you write in the book? Open a door. Can you write in the book? Подожди, а что с предметом? Он то появляется, то исчезает. Может это так проработано? Так, сейчас сигнал получим какой-то. Open a door. Can you write in the book? Он, кстати, может на стене что-нибудь написать. Так. Can you come here? Can you come here? Он сейчас придет сюда реально. Пришел. Это тень, ребятки. А, свет мерцал. Я думаю, это тень. Камеру забыли поставить, блин. Может, знак какой-нибудь попросить, чтобы дал? Я уже боюсь сюда идти. Да, блин. Фига... А, нет. Я думал, он откинул. Do you want to talk to us? Do you want to talk to us? Так, подожди, сигнала нету, получается. Давай так кинем пока. Нам нужна еще камера. Так. Крест можем еще взять. Может, крест как-то остановит его? Can you hear me? Can you hear me? Слышите? Can you hear me? Can you hear me? Слышал? Can you hear me? Can you hear me? Так, ну сигнала никакого нету. И по радио ничего вроде, просто радиоволны, да? Can you come here?
Вот это зря, конечно, я сказал. По-моему, идет сюда, да? Ой, что с камерой происходит? Что с камерой? Вон она стоит! Видел? Вон она! Вон она! Она дверь закрыла! Вон стоит! Ты видишь это? Я сфотал ее! Боже мой! Появилась! Вон! Охренеть! Боже мой, вы это видели? Боже мой! Модель... Вот это страшная моделька. Ребятки, вы говорили, модельки не очень. Вот это не очень моделька, это охренительно страшная моделька. А, боже мой, единственное... Блин, а пора... Ни в блокноте никаких улик она не оставила. Ни по радио тоже ничего не говорит. И вот тут тоже ноль. Никакой волны нету. Блин, ну... Как изгнять? Ну, я как бы... Я думаю, что это тень, скорее всего, да? Сеанс экзорцизма. Так, экзорцизм. Используйте кристалл крупной соли с соляным дробовиком. Угу. Или непосредственно бросьте его. Вы можете бросить кристалл прямо в существо или положить его на землю, чтобы оно могло ходить по нему. А чтобы оно наступило на соль, тогда зачтется это. Так, также нужно активировать ароматическую палочку в комнате сущности. Пока она не закончится. В этой комнате много сфер... видимых камер. А, нужно посмотреть, где сферы. Там, где сферы, туда надо бросить эту ароматическую палочку. И также сделайте вспышку, закройте объект мгновенной камеры. А у меня нету, подожди, у меня нету этого. Но палочка у меня есть. Палочку я могу зажечь. Но единственное... Блин, там нету сфер. Это не та, наверное, комната. Мне просили также молитву почитать. Я думаю, я пока что не готов. Надо хотя бы выучить немножечко ее. Тогда можно будет прочесть. Может быть, это как-то действительно поможет. Деву Марию, может быть, поставим? Может, это как-то ее остановит? Блин, велико страшно. Она стояла прям здесь. А дверь закрыла. Она дверь закрыла. Надо ее попросить, чтобы она открыла дверь. Can you open a door? Открыла. Что-то я боюсь. Так, нужна камера. Мы, по крайней мере, сможем ее видеть. Надо... Так, палочку давай пока сюда бросим. Она же не зажглась, правильно? Она перевернула просто тут все. Может, вот так бросить? Подожди, давай сюда. А, мы можем по этой камере увидеть. Призрачные огоньки можем по этой камере увидеть. Можем отсюда еще выйти. У меня еще много предметов нету. Хорошо. О, что-то с камерой. Ой, это плохо, да? Так, давай свет выключим. Капец, она прям рядом стояла. Вот сейчас интересно, потому что он не сразу ест. Он как бы появляется, но он не сразу нападает на тебя. Ты хотя бы можешь много действий сделать, что-то предпринять. Так, может, пушку возьмем вообще? Хотя нам, по идее, соль нужна. Святая вода нам не нужна. Ну, давай на всякий случай. Кто его знает. Блин, ну я не вижу нигде сфер. Кстати, могу сюда бросить. Подготовить. Давай под... А, соль мы можем просто сюда бросить, оставить. Она может наступить на эту соль. Это что, мои глаза? Посмотрите, это мои глаза? Боже мой. Я свои глаза вижу. И рот. Твою ж мать. Это крипово. Так. Сюда давай святую воду подготовим сейчас. Ну, чисто наугад давайте попробуем. Я не знаю, правда, что делать. Чисто наугад. Вот эту штучку тоже давай бросим. Кто его знает, что это такое? Может, это тоже нам поможет как-то? Все просто поскидываем туда. Твою ж мать, это плохой знак. Дева Мария. Должна стоять.
Хотя было прикольно, если она стоит, она защищает тебя. Если она упадет, она не защищает. Видите, разработчики, прислушайтесь. Если она, допустим, если бы Дева Мария упала, то призрак может проходить. А когда она стоит, то этот тебя, допустим, как-то защищает. Мне кажется, так покруче было бы. И ты постоянно следишь за тем, чтобы постоянно Дева Мария стояла. Она бы периодически падала. Блин, ну я не знаю, вот как я буду искать призрачный огонек. Камера опять шипит. Это ее предмет был. А вот хрен. Хренушки, начинается. Вон она! Вон она стоит, смотрите! Вон она, зараза! Твою ж мать! Вы видели, как она нагнулась? Вы это видели? Вы видели, как ее перекрутило? Твою ж мать, это крипово было. Как она прогнулась. Это намного круче, чем фазмофобия, ребята. Фазмофобия, они просто ходят. А вы видели, иногда они задом наперед стоят. Это вообще перекрутило просто. Видели, как у нее позвоночник прогнулся? И она как бы на меня, как мостик сделала и посмотрела на меня. Твою ж мать. Мы тут 3 задания выполнили. Ну, больше я не знаю, ребят, что. Ну, сеанс экзорцизма. Ну, как я проведу сеанс экзорцизма? У меня даже дробовика нету. Мы не сможем провести. А, кстати, я могу таскать. Я думал, я пушку не могу таскать. Я могу все-таки таскать, да, ее? Вот эту воду возьмем, если что. Если что, вот так делаем и можем кинуть. Так. I come exorcise you. I come exorcise you. I come exorcise you. Я знаю, что... Дух, покажись нам. Spirit, show yourself. Spirit, show yourself. Spirit, show yourself. Не показывается. Spirit, show yourself. Spirit, show yourself. Can you hear me? О боже мой, видели, как откинул? Can you hear me? Spirit, show yourself. Spirit, show yourself. Spirit, show yourself. Опасно. Spirit, show yourself. Spirit, show yourself. Spirit, show yourself. Пиздец какой-то. Сигнал тут ничего не показывает нам. Can you hear me? Слышали? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Слушай, ну получилось отбить. Проваливай отсюда. Can you hear me? Spirit light the light. Spirit light the light. Зажгла свет. Spirit light the lights. Spirit light the light. Spirit light the lights. Что-то мне страшно. Spirit give us a sign. Spirit give us a sign. Spirit give us a sign. Боже мой. Spirit light the light. Блин, я боюсь дальше проходить. Can you hear me?
красиво. Она меня слышит, да? Can you write in the book? Ничего не пишет. Так. Что бы еще спросить-то? Ты можешь открыть дверь? Can you open a door? Can you open a door? Подожди, она перестала. Может, мы его изгнали? Она перестала появляться. А если мы реально изгнали ее? Где? Закрой, сука! Вон она! Вон она! Смотри, стоит! Ну нафиг, ребят, может сваливаем? Ой, с камеры что творится? Короче, мы определили, да, призрака? Мы пытались сеанс экзорцизма провести. Так, ну это тень, по-любому это тень, наверное, да? Свет везде повыключало. Все, это тень. Я думаю, пора уезжать. Если бы она выломала дверь, нам есть куда прятаться, вот сюда. В кооперативе, конечно, будет поинтереснее играть. Вот, почитаю ваши комментарии, ребятки, сделаю выводы еще и продолжим играть. Может быть, в следующей серии я выучу текст, и мы попробуем как бы молитву прочитать. Может, нужно молитву прочитать перед экзорцизмом? Я не знаю, пишите ваши варианты мнения. Можем закрывать и открывать ее. Жалко, предметов у меня новых нет. Было бы здорово. Подожди, а вот. Мы можем вспышку сделать. Давай просто вспышку сделаем, мне интересно. А что у меня, Библия? А, кстати, а вот огонек. По-моему, там был огонек. Он же света боится. По-моему, там огонек был, слушай. Я уже не хочу проверять, в другой раз. И то меня съедят, по-любому меня съедят. Ну его нафиг. Все, уезжаем. Мы так денег больше заработаем. Все, поехали. С камерой творится просто жуть какая-то. Так, ну давайте посмотрим, кто это был. О, 44 бакса заработали. Да, ребятки, я угадал, это была тень. Это была тень, потому что я сталкивался уже с данной ситуацией, когда врубался свет. То есть он не любит свет, в его комнате всегда темно. Тень легко определить. И мы прям неплохо, да, заработали. Кстати, ребятки, а вот здесь, когда я приезжаю, здесь появляется магазин. То есть мы можем, видимо, что-то купить. И оно у меня теперь будет. А, так предметы можно покупать. У меня 544 бакса. Мы можем что-нибудь купить. Мы можем мощный фонарик купить. А, это 12 уровень. А что на первом уровне будет нам доступно? Как это определить? Вот мы можем тут пошариться. Вот 14 уровень, да? Вот нулевой уровень. А, фотоаппарат, подожди, но у меня этот есть фотоаппарат. Вот эта камера, интересно, с 8 уровня. Блин, у меня только первый уровень. 6 уровня. Но это, в принципе, у нас есть прибор. Очень странно, что он у меня, кстати, есть. Потому что он только с 6 доступен. Вот, может быть, это то, что дополнительно, чтобы у тебя было. Вообще с 8 уровня, хотя не знаю. Я не знаю, почему вот этот лучший прибор. Мне кажется, вот этот более удобный прибор. Вот здесь 4 уровень. Но у меня это все имеется. Может, потому что я один играю, не знаю, вот со 2 уровня. Блин, у меня действительно 1 уровень. Что еще можем купить? Нюхач 4. Блин, конечно, хочется уже быстрее до уровня 10 дойти. Вот, кстати, с 1 уровня можем купить. 120 баксов! Фига себе, 120 баксов, ребятки. Ну зачем? Нам это. У нас это есть, не стоит, я думаю, покупать. А, установка. Блин, ну прикольно, тут много всяких. Библия 6 оказывается. Вот здесь можно эффекты, кстати, почитать, посмотреть, что это все значит, и тогда будет проще. Я быстренько полистаю, давайте вам. Палочка, вот. Палочка всего здесь. Давайте купим палочку, я не знаю. Вот, легко покупается. И где она будет храниться, я не знаю. А, ну вот, 4 штуки. Соль. Соль можно также побольше купить соли. Давайте купим штучек 10. Все, у нас теперь тут показывается, да, получается? Да, 10, вот, 4.
Дробовик с 10 уровня. Вот эту вот штуку надо купить по-любому. С 10 уровня только будет доступно. С 15 уровня, ё-моё. Но есть куда стремиться. Крест с нулевого уровня 60 стоит. Крест сразу можно покупать. Вот эта пушечка, твою же мать. Она с 20 уровня будет, ребятки. Она у нас есть, но она без датчика, правда. Без датчика. А с датчиком потом будет 750 баксов. Боже мой, боже мой. Это реально все дорого. Я думаю, разработчики еще больше предметов добавят. Я надеюсь, было бы здорово. Ну, действительно интересно. Я вот нюхач хочу, мне нюхач заинтересовал. Вот, хочется попробовать поискать эти потусторонние предметы. С ним проще найти, просто побегаешь, найдешь. Вот, предметы, если ты забрал их в фургончик, то, в принципе, они вроде как не пропадают. Либо же, если ты ритуал изгнания, ты можешь все предметы оставить, получается, в локации, на локации, если ты все предметы оставишь, и если ты проведешь сеанс экзорцизма, то у тебя все прям сохранится. У тебя и денег ты получишь, и все предметы, которые ты оставил, все это сохранится. Но если ты сеанс экзорцизма не провел и просто уехал, все предметы, которые не в фургончике, они у тебя пропадают. То есть, если ты хочешь сбежать, то есть смысл забрать предметы с собой. Вот это очень интересная такая фишка данной игры, мне прям нравится. Жалко, с первого уровня мы ничего не можем взять. Мощный фонарик с 12-го. Офигеть, боже мой, я бы хотел такой. Это обычно мощно так будет выглядеть. Вот еще с освещение 14 уровень. Блин, ну неплохо так, неплохо. Фотоаппарат. Ну тут все нужно. Можно дополнительную камеру, пожалуйста. Кстати, ты можешь дополнительную камеру купить. Давайте купим, пускай парочка будет. Все. И как это будет действовать? Ну, подожди, это вообще у меня здесь будет или нет? Как это вообще действует? Вот здесь можно, видимо, отсюда брать. Да? Да, вот камера, смотри, я могу взять. Две штуки камер. Ага. Здесь у меня все хранится, я могу дополнительные предметы взять с собой, видите? Если что-то понадобится, камера или соль дополнительная, я легко могу это взять. Мне кажется, соль довольно-таки полезная будет. Ты можешь их вообще поназакупать. У тебя будет всегда соль с собой. Тут чудо пролаги случается. Так, ну ладно, на этом я прощаюсь, ребят, потому что мне нужны ваши комментарии, ваше мнение, ваши какие-то подсказки. Сейчас неплохо сыграли, 44 бакса заработали. Две подсказки почему-то. Мел 8ГО. Слушай, я не понял, почему она мне ничего не дала? То есть, вот этот переборчик, который пиликает до 100%, когда доходит, он потом показывает вот это измерение. Либо же как-то можно по-другому узнать, я не знаю. Но почему-то он мне ничего не подсказал. Вот. Я пока что только минусовую научился легко определять. И EMF. Минусовую и EMF только. Ну, типа там 3-4, либо же 5. Я думаю, потом это все дело доработают. Будет поудобнее играть. Будет как-то в чем-то проще, в чем-то сложнее. Вот, ну, чтобы какая-то была оптимизация, стабильность, чтобы тебе было проще. А, вот зачем это свет. Это вот здесь можно поменять, да, получается. Так, где это вот профиль, и вот здесь можем, допустим, на оранжевый поменять, да? Я могу персонажа выбрать какой-нибудь. Допустим, вот, ну-ка, девушку, если я выбрал. А, нет, подожди, у меня уже все выбрано уже, как есть, так есть. Локация на данный момент только 3, вот они постоянно меняются. Но я думаю, будет как минимум 6, может быть, да? Надеюсь, скоро появится новая локация, обязательно посмотрим. Ну, радует то, что, ребят, нам новый попался новый призрак. Это дети. Это очень крипово. В общем, теперь сложнее играть, определять. У нас уже 5 видов призраков. Ну все, я думаю, на этом можно попрощаться. С вами был канал AlexPlay. Спасибо, что смотрите. И всем до скорого. Пока-пока.